Ну что, вы готовы, дети? Мы начинаем. Друзья, мое имя Азьесин. Я рад вас приветствовать на потоке. Это Doom 4 2016. Это не шутки, друзья, это реальный хардкор. Это реальная мощь. Так давайте же начнем, друзья. Оу, oh, yeah. Да. Чувствуете? Да. Это не шуточки. Это реально не шутки. Так. Боже мой, как музон наваливает. Это просто божественно. Просто, мать его, божественно. Костюмчик примерил. Я не по чем, Александр. Я просто на драйве. Я намерен реально разрывать, уничтожать демонов. Ни шагу назад, ничего или все. Ты понимаешь? Это четвертый Doom, Максим. Это, мать его, четвертый Doom. 2016 года. Сейчас, друзья, еще секундочку. Братан, как тебя звать? Меня звать Слава. Меня звать Вячеслав. Так, ну все. Значит, костюм готов, снаряжение есть. И сам я тоже готов к бою. Так, еще чутка вот так, да? Все, молнию на плече видите? Это знак силы, ребята. Это знак силы. Это говорит о том, что ни шагу назад. Ой, боже мой. Этой музыкой можно наслаждаться бесконечно. Да. Съем клубнички. И ворвемся. Оу, е. Оливия Пирс, лидер культа ОАК, пытается открыть проход в демоническое измерение. Предана аду и хочет уничтожить этот мир. Оливия вывела Арген-башню на запредельную мощность, чтобы с ее помощью проделать проход в ад и впустить войско преисподней. Я должен отключить Арген-башню, прежде чем это случится. Выведу из строя энергофильтры, расположенные в комплексе на поверхности. Ну что же, я готов к этому. Друзья, предупреждаю, я играю в Doom 4 первый раз, и это уровень кошмар. Это самый жесткий уровень, который есть в игре. Может быть, конечно, не самый жесткий. Здесь у меня есть право на ошибку. Но меня здесь никто не жалеет. Впрочем, как и я. Поехали. Начало конца, друзья. Это начало их конца. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Я понял, Самуэль. Можешь много не говорить. Да, ребят, нагоняю жути и пафоса. Оу, я! Оу, мать его, я! Да будет так. Так, ну что это такое? Так. Проверим по карте. Значит, путь. Взаимодействуйте с камнем рунического испытания. Понял. С высоты птичьего полета получите автокарту Аргент-комплекса. Интересно, каким образом? Зверски убейте двух рыцарей ада Кары Небес. Серьезно? То есть этих камнеголовых я должен сверху ударить по голове и убить?
Я сделаю это. 4 ячейки элитной стражи. 2 полевых дрона, 2 рунических испытания и 1 аргент-ячейка. Я должен все это найти, друзья. Я должен прокачаться по максимуму. Меня здесь никто жалеть не будет. Так. Стоять. Воин всегда должен быть на взводе, как говорится. Хорош. Эту пушку я уже находил раньше. Да. Прорывы иного измерения. Сука. Ну-ка, что я? Я здесь могу какой-то ништячок найти? Заткни свой рот поодиночке. Что мне остается делать? Я последняя надежда марсианского мира. Ох, бля. Сука, самому ж смешно. Но это так, друзья. Кто? Кто хочет получить люлей, а? Суки. Да, я вижу, ага. Все, я заряжен. Ну-ка проверим. Егор, не вымахивайся тут, ты понял? Так. Очень интересно, куда я здесь могу? Серьезно? То есть пусть заказан только сюда. Здесь я могу что-нибудь придумать? Нет, здесь слишком высоковато. Не буду спешить, друзья, не буду. Неохота свалиться на первом же задании в пропасть. Ага, то есть нельзя. Ладно, я понял. Хорошо. Так, все, ребят, не ссорьте. Здесь ответственная миссия. Миссия по спасению мира. Сконцентрируйтесь. Мне нужна ваша поддержка. Будете мне подсказывать, где можно найти всякие... Есть. Есть. Отлично. Продолжаем. Продолжаем. А, то есть можно даже так было забраться, да? Хорошо, я понял. Еху! Хорош. Так, что еще? Сюда, да? Правильно? Ну, здесь реально опасненько, я смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой! Бля! Сук! Твою мать, я провалил миссию! Здорово, Азри, здорово. Вы можете зверски убивать врагов с разных углов, в том числе сверху. Хорошо. Я понял. Так. Веселый, естественно, веселый стрим, а как иначе? Зачем всякая грусть? Здесь веселье. Адское веселье, друзья. Жесткое адское веселье. Это, мать его, мощно. Ну что? Что я там увидел? Нет, я ничего там не увидел. Мне показалось. Говоришь как-то интересно. Все верно. Я говорю очень интересно.
тупо, как из рекламы и из кинофильма. Так, и что? Куда я забрался? Что это мне дает? Сука, Ваня хейтер. Хейтер, уходи! Давайте все вместе, ребят, прокричим. Хейтер, уходи! Сука. Привет, Фоловик. Фолотик. Привет, Фолотик, или как там? Так. Ладно, я понял. Значит, здесь вроде никаких суперсекретов нету. Мой датчик секретов ничего не показывает, и на карте вроде не видно. Значит, моя дорога явно не на эту платформу. А вот сюда! Где эти твари? А, сверху, уроды. Ненавижу. Но не то, чтобы голый. Понимаешь, о чем я? Где-то суки кричат. Вон, я его видел. Как все грозно. Так, подождите-ка. Оп. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Аргент комплекс внешней работы. Время от времени приверженцам первой и второй ступени приходится выполнять опасные задания за пределами комплекса. Мы можем поручить вам подобное задание, потому что вы лучше всех справляетесь с работой. Или же в качестве наказания за невыполненные нормы. В любом случае, мы ожидаем, что приверженцы будут исполнять эти задачи столь же тщательно и добросовестно, как и любые другие. Если вы встретитесь с существами из иных измерений, сообщите об этом ученому проекта Лазарь, третьей ступени или силовику своего отдела. Рекомендуем вам не приближаться к таким существам без контроля со стороны вышестоящих сотрудников. Оу, друзья. Я чувствую, это будет адский уровень. Опачки, интересно. Интересно, а как я могу туда попасть? Очень, мать его, интересненько. Ну, явно не отсюда. Хорошо. Тут написано, что стрим будет идти 24 часа. Братан, я в доме за 24 часа нахрен убьюсь. Ты чего? Так. Убейте из боевого дробовика 15 импов за отведенное время. Убийство плюс 2 секунды. Зверское убийство плюс 4 секунды. 10 секунд. Жесть, ребят. Ну, давайте попробую хули делать. Благодарю, Азри, благодарю. Ну что, друзья, давайте попробуем убить из дробовика 15 тварей. Пылесос. Увеличивает радиус поглощения выпавших предметов.
А, то есть здесь нету этих. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. А где, где еще? Почему? Мало, мало. Эх, не успел. Жестко, ребят. Это жестко. Я думал, что сначала можно правой кнопкой мыши было. У меня же там апгрейд был на бомбу, да? Вот, и на этом я потерял вначале много времени. Ну что же, я еще раз это сделаю. Должно добиться успеха. Кошмар. Сложность кошмар. Работаем, работаем. Есть! Да, мать его. Оу, Руническое испытание пройдено. Доступна награда пылесос, которая увеличивает радиус поглощения мною выпавших предметов. Неплохо. Сложность кошмар, да. Так, я справился. Да, именно. Бан-статус. Именно, хоть самоуважение. Реально, играю первый раз на кошмаре. Но просто я не мог взять уровень ниже, понимаешь? Я первый раз играю на кошмаре. Я просто не мог себе это позволить. Усиление Берсерк превращает ваши кулаки в дубины, сокрушающие демонов. Благодарю, Максим. Если вы в чем-то не уверены, сверьтесь с обучающими разделами кодекса. Хорошо. Так, ну что же, начало положено. Используйте F1 и F2, чтобы переключать предметы снаряжения. Я понял. Конечно. Конечно, 5 броню. Есть, пылесосик есть. Так, сейчас, секундочку, друзья. Друзья, если вам поток зашел, заходите, подписывайтесь на канал Twitch. Это первое. Ну, кстати, ссылки есть все в описании. Второе. Заходите и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Так. Сейчас, еще секундочку, игнорировать эту ошибку. Так, да. Поехали, поехали. Продолжаем, друзья. Быть всегда на стрёме. Здесь это самое важное. Противник выскакивает из любой подворотни в любую секунду. Противник опасен, а порою кажется, что и не сокрушим. Так, тихо, тупо, чуть не зафейлил. Как мне сюда попасть? Как мне сюда попасть? Наверное, с другой стороны. Азри, в описании потока есть все доступные ссылки на мою группу, на мою Twitch и на донатчики, в крайнем случае. В группе есть я. И я там значусь как основатель. Соответственно. Благодарю, кстати, за подписочку. Бан статус. И в группе ты можешь найти меня и задать все интересующие тебя вопросы. Смекаешь? Так, что за чертовщина здесь происходила? Как-то, блядь, все тихо и спокойно. Не нравится мне все это.
Закрыто, да? Ладно, я понял. Так. Отлично, контрольная точка. Максим, ни копейки не платит. Чисто альтруист. Играю, потому что нравится. Не поебать на самом деле. Иди сюда. Набьем хилочек. Ух ты. Во-во-во-во-во, полегче. Больно бьются, уроды. Здорово, нормально, дела. Ебать. А откуда? Я не понял, они и сзади, и спереди? Жесть. Я что-то как-то это сразу не понял. Ясно, ясно. Теперь мне все понятно. Собрав половину секретов на уровне, вы получите очко улучшения оружия. Собрав все секреты на уровне, получите 2. Логика железная. Так, то есть отсюда они, суки, все и появляются. Я понял этих тварей. Ты, блядь, этот мне не по зубам. На урон. Вот так вот. Просто, мать его, не удержим. Эх! Твою мать, я понял, кто это. На, урод! Жесть! Жесть, ребят, я это сделал. Но надо пойти хилочки собрать, это было непросто. Это было не совсем просто, честно скажу. Так, ладно, немножко зарядился. Мало боеприпасов. Блин, надо кого-то пилой будет уделать. Так, сюда пока рано, понял. Понял, принял. А, здесь типа я отсюда пришел. Хорошо, я это осознал. Так. Да, но мое будущее не внушает мне особого оптимизма.
Жестко. А почему, интересно, я не могу пройти сюда? Ну ладно. Так, они там друг друга хреначат. Так. Забрали. Хилочку бы какую-нибудь найти. Жесть. Я в межпространстве и времени, что ли, нахожусь? Пока не очень понятненько все, скажу прямо. Ебать, а что мне так зарядило? Ой-ой-ой-ой-ёшеньки! Да, чего еще могу здесь найти? Пока не началась жесткая, адская, но вы понимаете, что. Так, вот это я могу найти. Хорошо. Хорошо. Так, претарианский жетон. Есть 2 очка улучшения. Ну-ка, это что? Не используется. А почему не используется? Так, увеличивает радиус поглощения вами выпавших предметов. Улучшение. Поглотите 300 брошенных предметов. Еще больше увеличивает радиус. Так, так я вроде уже что-то поглощал. И как это? Но значит как? То есть нужно было активировать. И я понял. Руны. Если вы найдете и активируете древний камень испытаний, то перенесетесь в иное измерение. Там вы сможете проходить испытания и зарабатывать руны. Руны позволят вам менять свои способности и сочетать их, повышая шансы на выживание. Откройте раздел руны в досье. Так, ну а мне бы какие-нибудь хилочки, броню какую-нибудь, я бы был бы очень рад, если бы меня всем этим добром снабдили. Сейчас я попробую вернуться до одного места и кое-что проверить там. Могут ли меня туда запустить? Нет, не могут. Ясно. А мне кажется, или здесь где-нибудь будет рычаг. И это, мать его, секретный уровень. М? Но рычага я здесь нигде не вижу. Ладно, погнали убивать мразей. Так, а что за интересные ящики? Ё-мо, здесь все под защитой находится. Фу. Ну, погнали! Ох ты!
Давай, давай, мочи его. Погнали. Сдохни, мразь. Да я тебе так уделаю, урод. Просто с пушки. Нет, не получится. Вот так вот. На-ка, уродец. Так, тихо. Фу, жесть. Жесть. Просто, мать его, жесть. Внизу в воротах лежит запас. Где внизу в воротах лежит запас? Не понимаю, о чем ты. Так. Испытание пройдено. Взаимодействуйте. Так, ага. С камнем рум. Угу, угу, угу. Я дум, да, Аркадий. Именно я. Это мать его дум. Великий и беспощадный. Тупо голыми руками. Персонал ОАК. Вега — это аббревиатура, точного значения которой не раскрыли ни Хайден, ни ОАК. Когда искусственный интеллект получил имя, было решено, что для удобства его следует наделить и личностью. Были назначены пол, мужской, возраст 50 лет и шаблоны разговорной речи. Диалог с Вегой успокаивает и довольно приятен. Было проведено слепое исследование со студентами, изучавшими информатику, чтобы проверить, пройдет ли Вега-тест Тьюринга. Студентам поручили задавать вопросы как Веге через спутниковую связь, так и профессору математики из Массачусетского технологического института, чтобы проверить, смогут ли они отличить человека от компьютера. 92% студентов решили, что в обоих случаях на вопросы отвечает человек. Лишь 8 обнаружили, что Вега – компьютер. Ответы за профессора также давал Вега. Жесть. Просто, мать его, нереальная жесть. А что здесь? А здесь есть что-нибудь? А здесь нет ничего. Так, подождите, как мне выйти из этого? Так, я нахожусь здесь, и вопрос. Как мне попасть в секрет? Как мне найти секрет-то? Вопрос интересный и непонятный. Давай. Ну, Кирилл, но в этом потоке играю уже сколько? Не знаю. Мы лишь временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Осторожно откройте защитный корпус. Да. Обнаружено энергетическое загрязнение. Нарушать производство аргент-энергии не обязательно. Вот так вот. Жесткий парень, жесткий. Так, ребят, но я уверен, что секретик там есть. Мне надо это проверить. Так, к
Как называется этот уровень? Уровень. Ну-ка, секреты Дум, сейчас. Секреты... Дум 4. Потому что та локация, я более чем уверен, что это... На классический уровень. Пройдите мимо первой руны и ищите возле бочек. Ориентиром могут быть скелеты, подвешенные под потолком. Чтобы найти рычаг, нужно повернуть и искать на улице. Сам выход находится возле скелетов. Ну-ка, сейчас... Сейчас попробуем так. Ага. Я так и знал, что это дополнительная карта. Просто я не знал, где этот долбанный рычаг. Сейчас я это сделаю. В смысле, где вебка? Как? Вебка здесь, ты чё? Я на месте. Сейчас, ну-ка. Все нормально, подожди. Все ж хорошо? Все хорошо. Так. Ну, все. Хорошо. Так. Где-то здесь должен быть рычаг, на самом деле. Нет, только вот эту скрытую карту, рычаг это долбанный, потому что рычаг я ни на одном уровне на самом деле не смог найти, а остальные секреты... Только лично находить, догадываться. Так и думаю. Где-то, мать его, он здесь. Да, сука. Согласен. Но уровень такой жесткий. Бан статус, что здесь важна каждая капелька, понимаешь? Реально каждая капелька. Мне нужно будет прокачивать оружие, и вот эти очки улучшения, они порешают очень многое. Поэтому я не могу пренебрегать такими возможностями. Так, патрончики. Хорошо. Классическая карта. Хорошо. А, поэтому не стремайся читать гайды. Ну да, но... Не, понимаешь, рычаг, это реально, это такой рандом найти его. Но все остальное уже можно как-то найти, пообследовать, там все дела. Алло, а можно... Открыть что-нибудь? Или это все? А, действительно все. Понял.
На, максимум, мне максимум здоровья. Это хорошо. Так, отлично. Друзья, что-то мне очень сильно захотелось в одно место. Сейчас я подойду. Ну что, я заряжен и готов к бою. Так, куда дальше? Вот туда как-то наверх мне нужно попасть. А еще мне нужно попасть вот сюда. Очень интересно, как мне это сделать. Ну, попробуем. А! Еще вон ту хрень можно. Блять, какие-то ящики. Но я до них физически не могу допрыгнуть. Вот в чем, мне кажется, проблема. Так, это не открывается. Здесь я что-нибудь могу? Угу. И это тоже не открывается. Да что за беда? Так, так, так. Хорошо. Где я? Я где-то над уровнем земли. Ты сука! Вот уроды. Напали твари, а? Давай, давай. Есть, закидывайся. О, да. О. Какая мощь, какая энергия. Так, здоровье или броню? Не, порой бывает, что я не могу больше по брони поглотить. Поэтому возьму еще бронечку. Музыка тут божественная. Музыка здесь реально заслуживает уважения. Я 7 лет играю. Были приставки Dendy, Sega, PS1, PS2. Есть Xbox 360. Да ты, мать его, охреневший задрот. Я посмотрю. Просто жестко. Блять, вообще где? Хорош.
Хорошо, хорошо. Работаем, работаем, друзья. Преторианский жетон. Сопротивляемость среде. Невосприимчивость от взрывчатых бочек. Ну-ка, что еще есть? Это не буду. Время перезарядки. Нет, конечно, круто. Ну, возьму сопротивляемость. Я реально должен быть нереально жесткий. Выдерживать, в общем, удары и всякую дребедень. Жесть, да, ебай. Как же это, мать его, круто. Блин, эта игрушка просто создана для того, чтобы быть пройденной. Чтобы сыгранной. Блять. Ну а ракету-то я, в смысле бомбы, зачем кинул? Ни хрена себе тут запак. Ой. Боже мой, да тут целый клондайк. Охренеть! Так, нажмите... Не, самонаведение. Глушилка. Оглушающий демон в радиус детонации. Охренеть! Термоудар. При стрельбе плазменное ружье выделяет много тепла, которое может высвободиться в виде мощного залпа. Нажав активатор модификации. Понятно. Умный прицел. Не нужно. Дистанционный подрыв. Любых ракет в полете. Улучшение. Улучшенный бой. Ух ты, блядь. Скоростное восстановление. Ага. Быстрое наведение. Ускоренное восстановление. Глушилка. Быстрая перезарядка. Электрошок. Двойное оглушение. Охренеть. Подрыв намного эффективнее? Ты думаешь? Да не, понимаешь, я и так косой, блин. Не уверен. И тем более, знаешь, я видел, как чувак, который за 4,5 часа проходил на ультра-кошмаре, ну, видимо, опытный, он самонаведение тоже брал. Жесть. Блин, ну, Кирилл. Понятно. Ладно, беру это. И вкачиваю. У меня есть очечков до хрена. Есть, ебой. Быстрое наведение. Так, на демонов происходит гораздо быстрее. Да. Сокращает время до следующего самонаводящегося залпа. Есть! Есть! Зажав активатор модификации, можно навестись на 3 цели разом. Ракеты будут распределены между целями. Жесть. Убейте 5 призывателей самонаводящимися ракетами. Это вообще законно? Я знаю, кто такие призыватели, я видел. А, 5 призывателей. То есть не 5 сразу, понял. Жи есть, ребят. Реально жи есть. Так. Ну, блядь, я затарен. У меня просто другого даже слова на описание этой ситуации нету. Ну, все, работаем. Работаем. Мне бы сейчас на самом деле контрольную точку хапнуть.
Нет, пока я сюда не пойду, я там в одно место не сходил. Но не то, чтобы в одно место не сходил. В одно место я уже сходил. А кое-что я там недообследовал. Сука, голос из зада. Он что себе возомнил? Так, это все я обследовал, да? Здесь все чистенько, крутенько. Хорошо. А. Здесь я тоже, получается, побыл, да? Так, и вот теперь настал момент истины. Как мне попасть сюда? Понял, Кирилл, понял. Так, гранаты у меня есть все, да? Так, вот как мне добраться сюда? Не совсем ясно мне, однако, я скажу. Понял, Кирилл. Да, скорее всего, это как-то делается из другого места. Doom 4, Коля. Doom 4. Вот только из какого, не совсем ясно. Ну, очень похоже на то, что, может быть, даже это вот так и делается. Ну, что-то я на самом деле сомневаюсь, что это так и делается, как я это делаю. А вот так вот, может быть. Благодарю, благодарю. А, нет, ребят, скорее всего, это все-таки с другой стороны. Все, я понял, погнали. Это тупо с другой стороны мне надо заходить. Так, ну все, я заряжен по полной. Единственное задание мне нужно выполнить. Получите автокарту аркет-комплекса. Зверски убейте двух рыцарей ада, кары с небес. Я понял. Но это жестко, на самом деле, задание. Обнаружен прорыв демонов. Пиздец. Блядь! Сука, мразь. Жесть.
А, так я бочки могу жестко взорвать. Вот так вот, не ожидал. Мне бочки урона, друзья, не наносят. Это ультимативно. На один секрет, отлично. Есть, есть. Испытание пройдено. Карта загружена. Начинается бойня. Благодаря азотно-кислородным станциям атмосфера Марса пригодна для дыхания. Тем не менее, поверхность планеты по-прежнему весьма негостеприимна. Регулярные песчаные бури делают крайне тяжелую работу на открытом воздухе. А для поддержания комплекса в рабочем состоянии требуется постоянное техническое обслуживание и ремонт. Когда погода портится, вне стен комплекса выполняются только самые необходимые действия. Контроль подачи энергии на Арген-башню, перемещение между отделами, прием грузов, аварийные работы и реагирование на угрозы второго уровня, аргент-выбросы или биологическая опасность. За пределами базы нередко наблюдаются неконтролируемые прорывы из иного измерения, так что работникам рекомендуется не покидать зону базу поодиночке. Ясно. Серега, броня эксклюзивная, выдается тем, кто проходит Doom 4. Вот так, бомбы взрываются, а мне хоть бы хны. Ой-ой-ой-ой, я понял. Тут все так интересно. О-о! Ускорялочка. Сейчас, ребятишки, я все должен обследовать и изучить обстановку. Ух, и ворваться. Поехали! Блять, это серьезный противник. Блять, я его слишком рано убил, да? Ну ладно, чё. Эх, черт! Но на самом деле я хотел умереть. Мне нужно убить здорового громилу. Кары с небес. Поэтому я должен уничтожить сначала самых маленьких. А оставить его на закуску. Придется это сделать, друзья. Придется, мать его, это сделать. Тварь.
Блядь! Блин, ну придется хилочек набрать. Здесь я прыгаю сюда, да? Так, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел и от тебя подавно уйду. Ой! Сука. Да дайте же пушку. Он бегает за мной, да? Вот пидорок. Ну, с Геймспру достаточно, достаточно, на самом деле. В общем, этот парень должен подойти ко мне. Бля! Запрыгнул на эту хрень. Ну, я с ним поиграю в кошки-мышки. Давай, давай, иди сюда, урод. Блять. Не получается немного. Блять, ебать! Это вообще было на карпалях на самом деле. Все, говна, иди сюда. Да что ж? Я облажался, да? Блин, ну придется сдохнуть. Я должен выполнить задание, ребят. Должен. Обнаружен прорыв демонов.
нахуй, блядь, на новую. Меня вурдулаки сожрали. Рестлинг, конечно, смотрел. Кто не смотрел рестлинг, я даже не знаю. Обнаружен прорыв демонов. Сука, урод, блядь. Ладно, черти безмозглые, всех вас порешаю. Я буду беспощаден. Как они задолбали, уроды. Мелкие кровососы членососы. Блять, зацепил урод, а? Ну что ты скажешь, мразь? Ну, ебать! Откуда тычка прилетела? Так, мы с ним вдвоем пляшем или кто-то еще здесь? Ага, вижу. Блять, вот сука урод. Тупо моральный урод, блядь. Да сука! Мразь. Вонючие импы. Они достают всегда. Но я их с ними разделаюсь. Обнаружен прорыв демонов. Тупо порешаю всех уродов. Где эти сволочи ползут еще? Ты здесь, да? Я вижу тебя. На-ка тебе, тварь. Уклонился от атаки. Живучий мразь. Ну, поехали.
Мы друг другу навстречу бежали. Это хорошо, на самом деле. Ну и где ты, урод? Ебать! Ух ты! Это было жестенько. Я не успел запрыгнуть. О боже, о боже. Обнаружен правильный демон. Так, то есть я могу мочить его и здесь, и здесь. Хорошо. Да. Так мне дает 5 хилочек, да? А так мечта ничего не дает. Фух, я должен это сделать, друзья, должен. Блять, как ты увернулся, урод? Нельзя попадаться к нему. Может сильно махать. Блять. Есть ли кто еще из тварей? Нет? Не ожидал? Нет, скорее всего, больше никого из мрази здесь нету. Самое время взять хилочку. Прыгаешь, да? Хорошо. Уважение тебе. Да сука! Да что ж такое, кнопку не нажимаю, а? Эх, блядь. Сука, иди сюда, мразь. Эх, получилось, нет? Да, получилось. Или нет? Не получилось, сука.
Да просто сдохнем, братья. Да что ж это такое рачина, а? Нет, я должен его убить. Я его должен замочить. Кара с небес. Вот тварь, не дается. Много зарядов расходуется, на самом деле. Блять, он меня еще в ответку успел ударить. Серьезно? Вот уроды. Да знаю, знаю. Да вот не нажималась кнопка эта заветная. Ну и пошел ты нахуй. Быстрее, быстрее уходить. Денджер, большой денджер. Оп. Блять, Берилла уперся. Да какой квейк, это Doom 4. О боже, я должен это сделать. Обнаружен правильный демон. Думаешь, самый быстрый? Блять, а вот этот, да, побыстрее оказался Малеха. Дум кайф, Дум кайф. Это бесспорно. Не попал, Малеха. И еще раз не попал. А все почему? Потому что я мать... О, быстрый! Сука, вот это попал, урод. Блять, опять не вышло. Ну какого хера? Thank you.
Да, давай уже, убей его, наконец. Очко улучшения, все дела там, ля-ля, тополя. Такое простое задание оказалось таким сложным, это просто невероятно. Ловкости не хватает. Слишком медленно запрыгиваю. Бля. Ладно, суки. Я еще найду вас, мразей. Давай, лещи меня. Ну, погнали дальше. Это ракетница, понял. Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Внимание, обнаружено энергетическое загрязнение. Же есть. Я так понял, что мне на все насрать. Хорошо. Чё там по записям? Артефакты. Ускорение. Эта сфера... позволяет передвигаться с молниеносной скоростью. Вскрытая сфера выпускает заряженное облако энергии, создающее мощный, но недолговечный экзоскелет, ускоряющий все движения. Стимулятор действует недолго, но скорость, которую может набрать ускоренное существо, поражает воображение. Биение сердца многократно ускоряется, что в итоге приводит к перфорации миокарда. Сердце в буквальном смысле разрывается. Ренат, Доту? Ну, ты сказал. Не знаю. Так, Дотка уже была сегодня, кстати. Если ты не в курсе. Так, тут есть что-нибудь? Твою мать! Блять, что за херня? Жесть, просто какая-то жесть. Мне удалось ее, кстати, замочить. Призыватель. Призыватель, коварный противник, в основном действует в обороне. Когда орда демонов бросается в бой, призыватель открывает проход в ад, чтобы вызвать подкрепление. Если вы не хотите, чтобы вас захлестнул бесконечный поток нечисти, призыватель должен стать вашей первой целью. Он, собственно, и стал. Я его уничтожил, размазав по стенке. Когда призыватель атакован, он использует энергию ада, чтобы создать волну аргент энергии. Эта волна убивает большинство людей, а некоторые из жертв превращает в одержимых. Выживание или выживание при поражении аргент-волной маловероятное. Однако, по-видимому, не случайное событие. Существует свидетельство, что для пополнения рядов адской армии призыватель выбирает самых стойких противников. Так. Ну что же, суки. Проверим. У меня есть некоторые улучшения. Сюрпризики. Ага. Ладно. Припасу. Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Понял, принял. Хорошо. Буду иметь в виду. Здорово, Сергей, здорово. Так, здесь я был. Здесь я, видимо, не был.
Хоть что, нахуй? А, сменить. Угу. 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 Хорошо. Много тут претарианских жетонов. Нормально, Серега, мочим, разрываем потихонечку. Так, претарианский, ловкость. Ага, два надо, да? Понял, принял. Эффективность усиления, не уверен. Угу. То есть мне нужно каким-то образом вернуться немножко назад и зайти в секретную комнату. Хорошо. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а тут я побывал, да? Тут я побывал. Хорошо. Хорошо. Ага. То есть даже вот так, да? Секретик найден. Хорошо, хорошо. Да. Да тут совершенное оружие подоспело. Хорошо, хорошо. Выстрелы пробивают цель насквозь. Ебать. Сокращает время перезарядки между выстрелами. Да, давай возьму это. Охренеть. Подождите, а как? Угу. Угу, угу. Я что-то подзабыл, как можно было колесико вызывать. Параметры мыши, клавиатура. Игра. Привязка клавиш. Так, присесть вперед, назад. Так, модификация. Смена оружия. Кью, да? А, то есть вот так все это можно. Плазменная, ракетомет. Пистолет, дробовик, супер дробовик. Охренеть.
что-то боеприпасов катастрофически стало в последнее время не хватать. Меня это слегка напрягает. На-ка. Девочки, все дела. Ой-ой-ой. Серьезно? Да я чуть, блядь, охренеть. Твою мать, так как же мне туда попасть? Мне кто-нибудь подскажет или нет? Ладно. Хорошо. Во, вот оно что, Михалыч. Понял, понял, принял. Ебать, да. Так, а здесь что есть интересного? Оружие. Супер дробовик. Несмотря на то, что данное оружие не входит в одобренный АК-арсенал, многие бойцы-ветераны настаивают, что в ближнем бою альтернативы ему нет. На малых дистанциях его разрушительная мощь огромна, на дальнем же расстоянии оно полностью бесполезно. Оружие легкое и небольшое, и потому очень популярно в качестве вспомогательного. Без него невозможно представить ни одного уважающего себя солдата. Это жестко. Так. Что здесь? Так, ну здесь очень похоже на то, что я обследовал максимум, да? Очень похоже на то. Так, там я был. Мед, пиво, пиво. По усам, как говорится, текло, а в рот не попало. Ну, сейчас передрака, друзья, надо чуть-чуть отойти. Оу, oh, е. Yeah. Сейчас, друзья, секундочку. Сейчас, секунду. Сейчас я продолжу. Мне не хотелось с ним долго париться, на самом деле. Я решил его замочить так. Так, броню все взял. Бочечки есть. Здесь я был, да? Ну что же, давайте попляшем. Thank you.
Блядь, это сраный луч, это жестко, на самом деле. А, вот он ты, раз, понял. Так, уклон. Так, это востер, хорошо. Ладно, кажется, да. Один ты остался, да? Так, куда бы мне тебе, урод, заманить? Блять. Есть! Ребята, я это сделал! А, еще один. Так это ж... Это ж хорошо. Эх, черт! Это слишком быстро сдох. Нехорошо. Обижает, обижает. Ну ладно. Что поделаешь? Так, а могу ли я как-то туда забраться? С оттуда только, да? Понял, принял. Угу. Угу. Так, этот островочек я обследовал. Хорошо, дальше куда? Дальше вот сюда, видимо. Угу. Зачем ты играешь, и у меня лагает? В смысле? Сейчас, подожди секундочку. Так. Да вроде все нормально, нет? Хорошо, хорошо. Что-то мне здесь не нравится. Интересно, почему? А какое здесь задание, Сэм? Уничтожьте из пистолета 30 бочек за отведенное время. Демоны под кайф. Демоны больше остаются глушенными. Жесть.
Так, ну поехали, поехали. 30 бочек из пистолета за отведенное время. Ну, хорошо. Погнали, погнали. Делаем, 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 делаем. Блядь. Блядь, дайте еще бочку. Хорош. Я это сделал. Я просто это сделал, друзья. Отлично. Использовать разные подходы и предметы, найденные в бою. Пробуйте. Это может. Это поможет вам выжить и победить. Так, немножко, видимо, и пригреваюсь даже уже. Ну ладно. Под кайф, под кайфом и в смятении. Под кайфом и в смятении. Демоны дольше остаются оглушенными. Улучшение. Оглушение демона длится еще дольше. Зверски убейте 25 врагов. Кара небес. Ну, давайте это сделаю. Жесть, ребятишки, жесть. Так, где карта? Где мапа? Я понял. Так. Что это? Я заряжен по полной? Ну, хорошо, хорошо. Сим-сим, откройся. Оу-е. Насыпало патрончиков, и хорошо, хорошо. Блин, да теперь тут ракетомет-то на каждом этом. В смысле? Не понял. Почему не открывается? И мало того, тут еще и где-то находится кукла. То сюда я не могу пройти. Мне вот интересно, а коим образом я должен туда попасть? То есть я в одном месте не допрошел, хотите сказать? Ладно, я исправлю это. Посрать. Просто посрать. Внимание! Критический уровень энергетического загрязнения. Так, подождите, как же я сюда не попал? Вопрос интересный. Продавая ее человечеству, мы продолжали исследования. Мы уравновешивали адскую энергию нашим знанием. Мы сделали ее полезной и безопасной.
Мы преодолели глобальный энергетический кризис. Вы не можете так поступить. Все я могу, братан, все я могу. Бля, скачал надо. Алло, ну давай. Я понял. Ебать, я криворукий. Это жестко, конечно, какой криворукий. Слушай, так это Кабелла, что ли? Нет, пока еще деремся. Пока еще деремся. На-ка, урод. Ну что, хорошо, хорошо. Стоять! Иди-ка сюда. Давайте-ка глушилку, да. Все хорошо. Отлично. Просто отличненько. Самонаведение. Так, это вкачано, да? Глушилка перезаряется гораздо быстрее, да? Демоны, пораженные глушилкой, дольше приходят в себя. Увеличивается радиус поражения глушилки. Да, давайте радиус хапнем. А она долго перезаряжается, более чем. А, вот теперь понятно, как я могу этого демона убить. Теперь мне все ясно. Это вот так замочим. Набьем килочки, хорош. Да, нормально. Все хорошо, не надо переживать. Так, здесь я везде был. Получается, что так. Получается, что так. Стоит вернуться назад. Возьму супер дробовик. На всякий случай. Мало ли чего. Так, максимальное лечение. Хорошо. А, вот он. Есть. Монстры. Адский крушитель 2 уровня. Так. Ага. Развиваясь во взрослую особь, адский крушитель вызывает
окостенелые руки. Носителя и ее превращение в лучевое оружие, одновременно выжженный носитель получает способность выдерживать экстремальные высокие перепады температур, до которых загревается, накапливая энергию ада. Адских крушителей еще не встречали за пределами ада, и их подобное излучение запланировано на следующую ловчую операцию. Понятно. Так, это все есть, да? Хорошо. Интересный вопрос. Есть ли что там интересующее меня? Я думаю, что нету. Ага. Вообще, очень может быть. То есть все, я сюда забрался, покорил вершину, но мне это ничего не дало. Так ли мне это ничего не дало? Стоит оглядеться. Хорошенько. Так, здесь все есть. Ну, так-то я очень много обследовал. И думаю, можно продолжать дальше. Пикай, пикай. Опа. А что это у нас там интересненькое? Дайте-ка угадаю, что это такое может быть, а? Что же это такое может быть? Ого. Понял, принял, усвоил. Ага, вот и дверочка открылась. Ебать. Ну, мощь, конечно, действительно разрушительная. Не жалко таких уродов. Так, ну что, давайте возьмем это. И начнется драка. Так. Ладно, иди сюда. О, не удержался, не смог удержаться. Я просто не смог удержаться, друзья. Кто на новенького, а? Суки. Да, это было, конечно, жестенько. Так, там где-то есть кукла. Вопрос, как мне ее найти? И с этого ли места? Ага. Помните, 12-й совет девятерых. Я помню, помню. Ладно, пошел-ка ты нахуй. Если вы хотите остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И агент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали.
Решение принято. Вы не представляете, что вы наделали. Оливия еще жива. Я засек ее в аргент башни. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что ж, так значит, ничего не поделать. Да, да. А ты как думал? А, то есть назад дороги теперь нету. Ну, блядь, просто охренительно. Просто охренительно. Да надо было, да, блин. Ну вот видишь, подумал, что еще смогу туда сходить. Но на самом деле я сейчас туда еще схожу. Я сделаю финт ушами и запущу задание. Аргент башня. Основные точки доступа к башне уничтожены при взрыве. Трубопровод поврежден, но еще функционирует. В служебном ангаре есть прыжковые ботинки. С их помощью можно преодолеть трубопровод. Понятно, понятно. Я понял. Так. Только вот я сделаю по-другому. Аргент комплекс. Я добуду все-таки эту куклу и выполню это сраное задание. Начало конца. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Прорывы иного измерения – частое явление за пределами базы, так что работникам рекомендуется не ходить по поверхности. Так, открыть. На этом есть чего ловить. Опа. Опа. Так. Все заряжено полностью. Так. После башни ад и пушка Гаусса. Ну понял. Туда я все-таки в итоге попал потом. Это хорошо. Значит, у меня в заданиях находится защищайтесь, рыцарь. Кара небесных двоих замочить это раз. И найти ту сраную куклу. Это два. Так, а смысла мне сюда заходить особо нету? Пока что.
понял. Вот он, первый претендент на выполнение задания. Главное, мне сейчас не сдохнуть. И остальное все будет нормально. Сука. Есть. Первый пошел. Хорошо. Нормально, я это сделал. Так, теперь можно вернуться на секретный уровень. Черт, быстро ляпнул. Не подумал, простите. Угу. Пистолет, дробовик. И вот это дробовик. Мощное оружие, конечно. Так, ага, и аптечка, хорошо. Сейчас по-быстренькому я все это оформлю. Тупо ни хрена не жалею. Так, так, так. Пистолет и вот это плазменное оружие, да? Его я сломаю так. И этого сломаю так. Ну что же, поехали поиграемся. Пошел-ка ты нахер, я с тобой разберусь потом. Сука, за мной гонится во мрак. Блять, вот урод нахуй. Сука, достал. О, патронов нету! Бежать, бежать, быстрее, быстрее. Что-то их много, мне кажется, не? Сука! Музон четкий, но меня, сука, замочили, уроды. Как же их до хрена? Да ладно, опять? Ну ладно, ща.
эти бомбы, эти бочки меня не взрывают, это хорошо. Значит, нужно было бочечки. Салют, Илья, салют. О, музон тащит, это безусловно. Ага, вон там ништячки. За ништячками сходить надо обязательно. Так. Прям лицо. Урод, сука. Да твою мать. Хорошо. Давай, давай. На 10 минуточек давай. Анатолий подустал немного, подустал. Да и попадаю не так уж редко. Нет боеприпасов? Это серьезно? И здесь мало боеприпасов? Охренеть можно. А как жить-то? Надо пилу врубать. Боеприпасов-то нет ни хрена. Да, надо парочку уродов распилить, я уже про то и говорю. Благодарю за подписочку. Бадбой, благодарю. Ладно, пойду это и сделаю. Распилю пару идиотов. Ладно, шлепок пробил. Вот сука, урод. Бля, прям по тычкам. Прям под тычку попал. Ну серьезно? Это законно вообще. Ладно, бочки придется приберечь, а что делать? А, что делать? Можно патронов собрать-то, нехило, кстати, тут. Патрончиков тут много. И вот тут есть броня. Хилки всякие, значит. Фух, ну что, надо это просто сделать. Ну, поехали. Есть! Хорош! Я это сделал. Теперь можно не жалеть ничего. Да, бой. Вот так вот. Со мной шутки, мать его, плохи. М
Мне интересно, почему я сюда не могу проникнуть? И действительно ли я не могу проникнуть? Ну да, действительно, не получается почему-то. Странно. Но я должен был попробовать, друзья. Я должен был попробовать. По-другому никак. Так, погнали. Интересно, интересно. Да, наверное, действительно никак. Я не могу туда попасть. Серьезное защитное поле. Ну, реально никак. Ну и хрен с ним. Погнали. Так, хилочки. И все дела. Угу. Закидываться по полной. Хорош. Так, а что мне здесь надо? А мне здесь, получается, ничего не надо, правильно? Фух, так. Обнаружил прорыв демона. Хорош, этого распылил. Так. Так. Попал таки, урод. Ну, я тоже попадаю иногда. И мои удары будут пожестче. Да, ну теперь я уже беспощаден. На-ка вот так сделаю. Так, а почему закрыто? Что, я рано сюда пришел? Нормально же пришел, не? Мочу, Анатолий! Мочу. Никого не сижу. Так, открыто, не? Хорошо, открыто. Doom 4 игрушка. Хорош. Захилен и мощный. Мы лишь временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно. Да. Осторожно откройте защитный корпус. Это для слабаков защитный корпус. Это фигня.
нарушать производство Аргент Энергии не обязательно. Сейчас, друзья, секунду. Воу-воу-воу, полегче. Поехали. Так, возьмем хилочек. На кошмарном уровне, кстати. Уровень кошмара, и первый раз на нем. Ух ты! Так, ну я ее, кажется, замочил, да? На-ка. Так, интересно, ее с дробовика, в смысле, с гранатомета убил? Да, есть, хорошо. Это нереально, согласен. Кошмарный уровень. Я не... Так, в смысле, если? Это так и есть. Ты чего? Это так, у мать его, и есть. Так, опять? На-ка, в рот. Не думал? Ну-ка, и что ты скажешь на это? Ты. Сука, убили урода. Сейчас подойду. Помните, друзья, врагу не сдается наш гордый варяг. Мы уничтожим всех дьявольских мразей, я не шучу. Мехрус, чтобы я остановился, этого не может быть. Такому просто не бывать. Погнали. Нормально так пробежался. Так, хилочки все взял. Я вернулся, какой ушел? Я здесь. И я в теме. Не, не играл. Да сука, кто меня убил? Алло. Я зажался в углу. Нельзя так было поступать. Погнали.
сука. Жесть какая-то. Ну реально жесть. Да, недооцениваю врага, недооцениваю, конечно. Так а тут еще искра стрельнет жестко, охренеть просто. Вот уроды, сволочи. Хорош. Так. Пожалуй-ка я активирую одну руну. Да. Блять, он меня чуть не уделал. Охренеть просто. В какой игре хочешь играть в следующий раз, когда закончишь Doom? Ну, вообще, играю в дотку, значит, иногда. Это раз. Второе. У меня на примете есть Oblivion, The Elder Scroll и, соответственно, Fallout 4. Так, моя задача найти вот эту куклу. Хорошо. А крови-то капец, согласен. Крови вообще жестко до хрена. Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Да.
Внимание. Конечно. Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный и неисчерпаемый источник энергии. Конечно, конечно. Обливион, так я в нее играл. Конечно, она хорошая игра. Ой! Все, теперь я, походу, дела секрет добуду, правильно? Хотелось бы в это верить. Хотелось бы в это очень сильно верить. Ага. Е-бой. Хорош! Просто красавчик, я это сделал. Так, 4 очка улучшения. Здесь все улучшено по максимуму. Здесь. Увеличивает радиус поражения. Демоны, пораженные глушилкой, дольше приходят в себя. Глушилка перезаряжается гораздо быстрее. Да, пожалуй, возьму это. Выстрелы, ага, пробивает цели насквозь. Но я не уверен, что мне это нужно. А тут, тут улучшение охренительное. Понял. Угу. Же есть. Критический уровень энергетического загрязнения. Да, надо филку полностью вкачивать. Скари мне не играл. Мы Самуэль, иди в жопу, честно. Просто иди в жопу. Уравновешиваешь ты. Ты все просрал. Самуэль, ты все просрал. Очнись. Энергию нашим знаниям. Мы сделали ее полезной и безопасной. Какое оружие для тебя самое лучшее? Ты здесь имеешь в виду? Но, блин, вот вы это... не можете так поступить. Вот это оружие, оно самое четкое, на самом деле. Я к нему очень привычен. Так, нажали. Этого убили. Так, ну кто на новенького? Я знаю, кто тут хочет на новенького. Так, а что если на тебе попробовать вот это оружие? Как ты к этому отнесешься? Ага. Вот, я ее нашел. Успел ее убить, не? Я должен был успеть. Я должен был успеть убить ее. Должно было засчитаться. Должен был успеть. Есть, засчиталось. Так это, мать его, можно обузить так-то? Засчиталось, засчиталось.
Так, а что мне это даст, кстати? Что мне это даст? Успел, успел. У меня было вот здесь две. Точнее, одна была. И я успел. Да пошли вы все в жопу. Я вот сейчас всех прикончу. Так, сколько? Два, ну ладно, хрен с ним, мне очень-то и хотелось. Все так и было, потому что она призывала их. Ладно, ну и это я уже обузить не буду, ну и нахрен. Это не столь важно. Ну, конечно, конечно. Все следит. Все за всеми следят. Это все понятно с вами. Так, где я, получается, не побывал? А, я не в ту сторону пошел. Угу. А, так мне еще сюда и рано, что ли, получается? А, во, все есть. Если вы хотите Михрус. Остановить производство энергии, вам достаточно уничтожить этот последний фильтр. И аргент энергии в Солнечной системе больше не будет. Мы вернемся к тому, с чего начинали. Да, бой, просто сделай это. Жестко и беспринципно. Вы не представляете, что вы наделали. Оливия еще жива. Я засек ее в аргент башни. Она сняла один из аккумуляторов в основании башни. Он обладает уникальной энергетической сигнатурой, которую можно отследить. Что ж, так значит, ничего не поделать. Да, Самуэль, да. Именно так. Зовут меня Слава. А, здесь. Фух. Ну да, со второго раза все оказалось гораздо быстрее, друзья. Прям молниеносно пронесся. Но мне не пришлось в этот раз искать все секреты, выведывать, что где находится. А просто я пошел и взял... то, что мне нужно. Ну что, друзья, на сегодня я, пожалуй, окончу поток по игрушке Doom 4. Встретимся мы, когда мы встретимся, я не могу вам точно сказать, друзья. Смотрите все новости в группе ВК. Я вам оставлю ссылочки. Да, если вам поток понравился, то не поленитесь. Переходите, подписывайтесь. Там как раз нужно пару человек до 55. Ну и, конечно, подписка на мой Twitch канал тоже приветствуется, друзья. Фух, ладно, друзья, все благодарю за просмотр. За то, что были со мной рядом, поддерживали. Всего вам хорошего. Отличного летнего настроения. И да пребудет с вами мощь и сила, друзья.
До скорого. До скорого, друзья.